А представьте себе ситуацию, что вы махнули на свое затворничество, вот на свою вот эту позицию и стали, допустим, альтернативой Антону Долину. Приходите к Урганту, ведете, значит, этот киноблог и, в общем, становитесь таким немножко другого формата инфлюенсером, прости господи. Как вам такая ситуация? Ну, мне не очень интересно. Рисуется в голове? То есть я в своей пещере что-то там создаю, потом показываю это, выходя из нее, и обратно возвращаюсь. То есть мне интереснее вот мое болото, в котором я роюсь, нежели сад, в котором роется, например, Долин. То есть у него свои интересы в кино, он критик, подходит профессионально обученно. Я человек, который просто смотрит кино, и вот я считаю, что это не так, это неправильно, здесь должна быть логика. Про кинокритиков еще и про коллег. С кем-то вы общаетесь? Встречаетесь? Там... В целом нет. Я общаюсь с друзьями, кто-то пишет определенные там рецензии. Я тоже просто обсуждаю кино, но это не на уровне. То есть, что для меня как кинокритик? Это вот когда ты с бокалом. Вот мой образ, персонаж, который вот с бокалом сидит, человек с образованием, человек вот просто тонну слов невероятно все это вот оборачивает в такую обертку, просто блеск. Но я общаюсь обычно с людьми другого пошиба, которые... Норм кино, да, но и мы обсуждаем какие-то вещи. Тем не менее, это не настолько вот возвышенная кинокритика, которая, как я понимаю, вот в пример приводится.